К республиканскому первенству, которое примет Гомель, в каждой из областей проводился свой внутренний отбор. И надо сказать, что даже на пьедестал почета попасть было непросто, не говоря уже о победе, дающей право на участие в первенстве Беларуси. На первенстве Гомельской области наш город представляли спортсмены ДЮСШ номер один и клуба Федерации профсоюзов Беларуси «Олимп-2015». Выступили наши бойцы достойно, о чем говорят их 4 медали, 3 из которых – высшие пробы. В весовой категории до 64 килограмм третье место занял Антон Экскузьян, а в весах 60-64-91 килограмм лучшими стали Вадим Винниченко, Михаил Сулимов и его тезка Остапенко. Отметим, что Сулимов получил еще и приз лучшего боксера турнира, и теперь он вместе с другими чемпионами из числа мазырян находится на подготовительном сборе в Гомеле вместе с тренером «Олимпа-2015» Юрием Александровичем Лисом.